Рюкзак Милле Юбик 40. Объем 40 литров. Вот с такого вида. Значит, что мы имеем с ним? Пояс. Достаточно широкий, такой удобный. Система вентиляции. Широкие плотные лямки. Кармашки. Значит, сколько всего кармашков? Внешние карманы. Карман в клапане. Здесь вот живет дождевой чехол. Карман на молнии боковой. Здесь вот. С боковыми вставками, которые увеличивают его объем немножко. Карман на поясе. Такого вот вида. Далее карман из эластичного материала без молнии вот здесь под бутылку. Карман передний здесь достаточно большой. Под какую-то мелочь. Карман. Здесь вот в клапане. Значит, что здесь есть еще? Здесь есть подвал, так называемый. То есть получается, что основное отделение вот в этом месте перегорожено. И когда вам надо, вы можете в рюкзак залезть. Вот отсюда. Боковые стяжки. Боковыми стяжками, значит, здесь они вот с этой стороны очень длинные. Сюда можно прицепить один коврик как минимум, возможно, даже два, если их скрутить в один рулончик вот этими стяжками. Так, вот она, боковая стяжка. Вот, это у нас петля отклапана. Так, что тут еще есть? Здесь вот есть такая штука в собственном кармашке. Такая мощная петля. Вот, тоже для крепления или сноуборда, или лыжи, или чего-то еще, что вам нужно будет прикрепить с внешней стороны. Основной объем. Здесь вот есть такая вот стягивающая петля, которая немножко объем притягивает. И воротник штурмовой. Пластиксы такие достаточно вот интересные. Чтобы его открыть, надо просто вытянуть от него. Здесь есть крепление для гидратора. Вот эта вот дырка под трубку. И вот кармашек для самого гидратора. Значит, снизу вот к этим стропам можно снизу прикрепить, например, палатку там, или спальник, или что-то, какой-то вот такой объем снизу. С этой стороны, соответственно, вот так вот. И с этой вот так вот. А, еще один момент. Здесь вот на клапане есть 4 петли сверху клапана. Здесь крепится резинка, или вот так вот крест-накрест, или как-то там еще. И под резинку эту тоже можно там засунуть, например, или флиску, или штормовку. Тоже как бы дополнительное место. По системе настройки. Помимо вот двух основных лямок, вот этих вот и пояса, есть лямки, которые вот эти вот лямки, стропы, которые притягивают у вас верхнюю часть рюкзака ближе к туловищу.
есть вот так вот она натягивается, и у вас, если вот так посмотреть, рюкзак будет как можно ближе к вашему туловищу. Это сверху. И такие же, как бы, похожего действия лямки есть снизу. Стропы вот эти вот. Вот если затянуть до конца и так, то нижняя часть рюкзака тоже у вас будет как можно ближе к туловищу. Вот с этой стороны. С этой. Ну, вот такой вот рюкзачок.